Давай орданем их, Марина. Бам! Прям об стенку их всех размазало. Так, так, так. Здорово! Витек на том экране, это Айзек. Айзек, надеюсь, ломайзек. Сегодня пойдем играть... 3 миллиона, это вы не смотрите. Сегодня пойдем играть в мод, который называется... Геральт оф Ривия. Собственно, этот мод добавляет Геральта в игру. Ну, я, по-моему, как-то играл в какого-то Геральта, но он совершенно такой кустарный был. Вот этот вроде какой-то прикольный. Смотрите, у него два меча, у него шрам даже на глазу есть. Здесь тут... Да ладно, что объяснять. Пошли посмотрим, как это выглядит в игре. Похож. Похож. А, так. Ого! Солидно. Мечом машет смачно. Более-менее разобрались. Значит, вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Это мои глифы. Сайны, точнее говоря. Глифы, они улучшают сайны. То есть глифы нужно прожимать, и сайны улучшаются. Каждый сайн что-то делает. Что делает? А кто его знает? Вот я могу между ними крутиться. Давай попробуем. Что делает-то арт? Прожмем. Бам! Вау! Прикольно! Было клево. А, смотри, я каждым убийством заряжаю свои сайны. О, вот это круто. Вот это круто, что не за комнату, а за убийство, за какие-то. Давай второй попробуем. Игни. Ну, Игни, по идее, я должен кого-то сжечь. Что-то не прожимается. А, он не заряженный. Давай, уйди от меня. Уйди от меня, тварь. О, зарядился. Так, ну, на тебя я не буду сливать. А, значит, когда я мечом сражаюсь, у меня в два раза больше повреждений. Я могу меч выкрутить, кидать слезами, тогда повреждение, как и указанное. Мечом я, соответственно, еще и набираю себе эти штуки. Так, давай, Игни. Куда? Мощно. Вот Игни это мощно. Тем более, смотри, Игни, он сам набирает себе за убийство. Соответственно, если ты входишь в комнату, там куча всего, включаешь Игни и просто жаришь все подряд. Так. То прикольно мечом можно через всякие пакости. Вот не понятно. О, я два раза ударил как-то мечом. О, это хорошо. Так, это я пока не буду брать. Пошли внизу, посмотрим, что у нас есть. Нам же еще золотую комнату надо найти. Давай вот это взорвем сразу. Неплохо. Очень неплохо. И здесь сразу тогда взорву, может, секретку найду. Нет, секретки нет, но два ящика есть. Ай, бежим. Хорошо. Я могу мечом что-то подбирать? Нет, мечом я не могу что-то подбирать. Могу ли я заряжать... Я могу заряжать просто убивая, не обязательно мечом. Вообще идеально! Что ты прыгаешь-то на меня, а, говнюк паразит? Да. Так, хорошо. Игни мы скидываем. Давай третий теперь. Ирден. Замедляет в зоне. Сжирает половину. Не весь. Если Игни сжирает полностью, этот, видите, ставит замедло. Ну, в принципе, такое было и в самой игре. Так. Гуд. Четвертая. Квин. Но, если честно, нам это не надо. Вот активки, я так понимаю, за этого персонажа в принципе не нужны. Спасибо игре, что подкинул такую гадость. Здесь магазин. Ну, хотя у нас 14 денег. Можно взорвать. Ну, давай попробуем. А, не, вот 15 денег. Но вот из этого я ничего не выберу, поэтому я сейчас взорву сразу все. Это глиф. Это глиф. Библия. Ну, видимо, карман. Давай карман и глиф. Или бомба. Давай глиф. Глиф оф арт. Прокачиваем арт себе. Будем отталкивать еще сильнее и дамажить. Там, я так понимаю, чем больше прокачиваешь, потом в конце у тебя он крутой и прокачанный становится. Так, босс, привет. Я иду с квином к тебе. Что изменилось? У меня какое-то желтое пятнышко вокруг меня. Что это значит? Я быстрее бегаю, что ли? Я не пойму.
скорость 1.2 у меня была или что? Чё я взорвался-то? Чё, периодически взрываешь? Что? Повреждений я не получил. А, может быть, это как его, сохранение жизни, типа... Да, это, скорее всего, сейвалка одной жизни. Сейвалка одной жизни это была. То есть эффект этого, как его, Holy Mantle. Holy Mantle эффект, судя по всему. На один удар. Так, у нас еще пятый, Акси. Сейчас посмотрим, что такое Акси. Да, я читаю чат на Твиче периодически. Не смотрите на мини-карту. Там маяк рожденный. А, нет, я не могу пробраться. Вот сюда я могу пробраться. Та-та-та-та-та-та-та. Воу. Вкусно. Вот это вкусно было. Пам-пам-пам. Так, она жрает целиком. Испуг. Это был испуг. Так, ну что самое прикольное? Давай орданем их, Марина. Бам! Прям об стенку их всех размазало. Капец, клево. Слушай, ну против муха арт крут. Он вообще крут получается против кучки маленьких чувачков, которые хотят тебя догнать. Игни поджигает, клево. Ирден, я уже опять забыл. А, Ирден замедляет, Квин защищает, Акси... Акси что делает? Памяти нету никакой, ребят. Буква Т. А, это буква Т. А, Акси пугает. Вообще какие-то эффекты рандомные вешает, все. Так, ну. А батарейка сжираешь, она ничего не дает. Ну, собственно, наверное, арт и Игни, мое самое любимое. Но перед боссом можно будет прожимать, конечно, Квин. Хотя затормозить Ирденом тоже неплохо. Так что тут вариантов на самом деле много. Ой, не хотел я этого делать, случайно прожал. Хотел посражаться с какахами мечом. Слушай, а если вот этот мелкий валит, когда у меня меч включен, тоже как бы засчитывают. Дэмэдж мультиплайер будем поднимать. Не очень интересно получилось. Слабенький сундучок. Погоди, я нашел золотую комнату? Нет, я не нашел золотую комнату. На! Муа-ха-ха! Ну чё, босс? Сейчас посмотрим, передается ли Квин на следующую комнату. Походу дела нет. Знаете, монстр в удовольствие рубить ножом. Ага, подписочка. Спасибо. Приескер 998 подписался. Спасибо за подписку. На! Что за говно дают, а? О, суккуб, это слишком круто. Ну чё, уходим на дьявольскую сторону? Ну, в принципе, Геральт, я думаю, был бы не против. Давай, мочим. Костры не тушатся. Слезами проще. Он будет валить всех летать. Он же как бы там АОЕ урон у него есть. Будет всех убивать, а я с этого буду получать плюшечки. Возвращаемся немножко назад. Кто-то спокойной ночи мне пишет. Так, ребята опять спрашивают, что там с моим твичом случилось. Навсегда ли забанили или на время? С ютубом в смысле. Ютуб забанили на 3 месяца. Ну, в смысле, забанили возможность стримить на 3 месяца, так что, ребят, стримим здесь и больше нигде.
Ой, бомбу тратить ради таких денег. Давай посмотрим, если что у нас интересного здесь. Ничего интересного нет, но это кусочек повелителя мух. В магазин я не ходил, да? Да не, я не буду бомбу тратить ради чуть-чуть денег. И в магазин я... А, пойду в магазин схожу. Зря пришел, тут ничего интересного нет. Ну ладно, давай я в магазине потрачу бомбу, так уж и быть. Все равно ничего интересного нет. Ну да, хоть с ключом выйдем из магазина. Как же Г-гейм? На Г-гейме этот, как его, просто встройка идет от Твича. Это был не 18+ мультик, это был мультик правообладателя. Вау! Enhanced Axie. Улучшенный Axie. Теперь Axie у меня более крутой и папит. Теперь все монстры, на которых я, наверное, Axie использую, становятся моими подконтрольными монстрами. Судя по описанию, надо проверять. Меч увеличился, или мне кажется? Бомбы! Опа, пилюля. О! Жалко, что сразу с одного раза не валю. Воу-воу-воу-воу-воу, пауки полезли. Так. Что же костер-то потушить не могу, а? Мечом. Че, грибы будете за меня? Грибы за... грибы за меня, но они все равно в меня попадают. Капец. Че за дичь? Так нечестно было. Плохой костер. Зачем я это сделал? Что-то непонятное. Почему-то все отравленное вокруг. Ой, боже мой, ребята. Какой-то косяк. У меня жизни нифига не осталось. Это мое мясо. Оно друг друга бьет теперь. Бред какой-то. А, хорош. Я сейчас сдохну так, эл. Так, на чем? Мы защиту будем прожимать. Будем прожимать защиту. Прожимать и копить. Геральт, как обычно, блин. Ненавидит порталы. Ой. Там где-то, по-моему, радужная какаха была, не? Или это на прошлом этаже? У меня меч все-таки увеличился, говорите, да? Может из-за того, что я демега-мультиплеер как бы собираю? Радиоактивные какахи. Так, сердечко, это хорошо. Это немножко нам поможет. Тихо, тихо. Так, ладно, так, завалим. Уж слишком много эта защита сжирает, ну и нафиг. Что еще у нас есть? Ирден, заморозка, слоу, контроль. Давай Арда, наверное, все-таки мочить. Он клевый. Воу-воу, как он остановился-то вовремя. Возорежем ее. Босс есть. Босс уйти с одной жизнью. Ну, давай попробуем. Ой, Бигхорн, жалко. Мне очень страшно. Лови шары. Уходи. Уходи, тролль-бомба. Так, я зарядила арт.
Если что, сейчас можно будет пару шаров откинуть. А чё это он? Ой-ой-ой! Бомбанул! Фу, скорострельности, хорошо? Хорошо. Магазинов не было, не было, ну и не надо, спасибо. А что это такое на миникарте? Что это такое на миникарте осталось? Какой-то мешочек. А, это мешочки! Мешочки нет, мешочки нам не надо. Витя наточил свой клинок. Сейчас посмотрим, сейчас как бы клинок меня не наточил. Хорош. Пацана изрезал просто, накромсал. Чертовски страшно стало. Че, опять защиту? Страшно! Не беги за мной. Так, а здесь у нас босс челлендж. Ой. Блин, а если я сольюсь здесь? А была не была. Жестко. Мне ничего не выпало. Мне ничего не выпало. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, опасно. Давай-давай-давай, души-души-души его. Ёлки-палки, да шо ж за боссы такие адские-то выпадают. Идет. Засосал. Наплевал. У меня еще защита, в принципе, есть. Готов. Да, ни о чем как-то, да, получилось. 1.03 мультиплеер, а арт. Давай арт, ладно. Клё. Карт забрали. Всех запилил. Но! Мощный, мощный Геральт. Я себя забросал просто. Ну, меч, конечно, мощно бьет. Вот тут вообще ничего не скажешь. Ау. Донат. Проф один. Господи, боже мой, сколько лет, сколько зим. Это же проф один. Ай, 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 здесь опасно. Пошел вон. Как я его, а? Бам, в стенку его. Туз пик, больше карт. Больше карт. Давай возьмем больше карт, потому что карты здесь это прокачка грифов. Глиф это победа. Шум, реально меч длиннее стал, мне кажется. Ух, мощно. Эх, вас. Ну-ка, это что? Нет, это переход к следующему этажу. Мне бы жизни побольше, я бы на самом деле вообще в ус не дул. Рубил бы мечом все подряд, меч клевый. Я более-менее примастырился к его удару. К его зоне удара. Так, а мы с вами не нашли еще комнату, да, хорошенькую? Ну, тогда я к боссу пока не пойду. А, когда за советские мультики стали банить? Я не знаю. Ну вот, посмотрел, получил. Бань. В бане теперь сижу. Не могу на ютубе снимать.
Прыг, прыг, прыг. Магазин, давай, давай. Опс, облом. Это не магазин. Это грядушник. Опа, не попал. Опа, опять не попал. Повезло мне. Уворачиваться вздумал. Ненавижу порталы. Кто-то под, там песенки какие-то поет уже. Привет-привет всем, кто присоединяется прямо сейчас. Мы снимаем на Твиче. Потому что на Ютубе меня забанили. Ну, забанили мне возможность стримить на Ютубе. Давайте называть вещи своими именами. Так, сюда. В принципе, бомбы есть, давай. 10, кстати, зарядов. Меч сейчас критует постоянно. Как-то так это было написано. Я, правда, пока не понимаю, как, почему и зачем он критует. Дашь два ключа? А, смотри, на нем можно это, зарабатывать. Меч прокачивать можно на этом чуваке. Илюля. О, хорош. Боссов стилот наше дело. Давай этот, как его, трехдолларовый, ну, не трех, просто 99 баксов. Бумажку дашь? Дай бумажку. Мне кажется, разводит. И этот ничего не дает, и этот ничего не дает. Я сейчас все деньги здесь оставлю, чувствую. О, а вот скотало хочу. Но оно не хочет меня. А-а-а, смотри, нельзя так сделать. По-хитрому. А вот так можно. Погоди, я все деньги солью. Да ладно. Что-то да выпало. С ума сойти. Ну, последние две монетки, давай. Бомбы. Много бомб, хорошо. Пошли золотую комнату искать. Будем ее взрывать. Вон. Ау. Зачем вы меня жрете, черти? Нифига себе. Я лучше вот так, по старинке. Слушай, а мне кажется, или когда у меня меч в руках, вот этот вот штук, который летает, тоже в два раза больше повреждений делает. Не подходить. Я нашел ее. О. Надо ли нам это? Может, какое-то выживание попробовать выбить? Конечно, открытая карта — это клево. The mind, разум. А ладно, давай. Но он же еще и секретки открывает. А секретки — это хорошо, там могут быть интересы, там даже арты могут быть. Поэтому давай, пройдемся по секреткам. Так сделай как все, второй, третий, десятый канал. Зачем? Если у меня есть Twitch. Зачем? Алгиз — это хорошо. Я не вижу смысла. У меня канал работает, видосы выкладываются, все в порядке. Я просто не могу стримить на своем канале. Я не вижу смысла делать себе какой-то еще один канал, чтобы там проводить стримы, туда также нужно будет приглашать людей. Аудит, ну, то есть, ну, как странно это будет выглядеть, если честно, как по мне. Ну, три монетки сольем. Может быть, что-нибудь выпадет интересное. Нет. Самонаводящие слезы ваших спутников. О, это интересно. Что-то я такого не помню. Маленький спунбендер. Ой, 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 какой босс страшный. Хрена себе упиликую. Ау-ау-ау. Пошел вон.
Зарезал просто черта. Ой, спасибо тебе, игра, за пижаму. Отлично. Можно с алгизом было запилиться, кстати. Я забыл, что у меня алгиз есть. С алгизом было бы еще круче. Витя из Ривии, да. Буду ли я продолжать упоротый гольф, судя по просмотрам и... Ай, что ай. Ну, в общем, не очень зашло, как по мне. А можно, чтобы меч на весь экран был? Что нужно выпить для этого? Он, конечно, и так больше становится с каждым разом. Но я хочу, чтобы он был просто один раз махнул и весь экран твой. Я не буду ради красного сундука мочить кучу народу. Хотя... Вау! Лапка Гаппи. Кусочек Гаппи. Режу руки. Как там было? Режу воду 10 часов. Не попал. Вот с этими вообще проблем не будет. Пили, как говорится, не хочу. Превратиться полностью в синенького. Как вариант. Давай. Я синий Геральт из Ривии. Называйте меня именно так. Синий Геральт. Да, кстати, меч уничтожает еще выстрелы вражеские. Но это надо в тайминг, как говорится, кликнуть. Слушай, здесь хорошо можно взорвать. Хорошо, да не очень. Тихо. Мясная штука. Здесь хорошие камни, нет, не видно. Вроде бы нету. Жалко. Направо какое-то ответвление непонятное, не пойду, там ничего интересного нет. Ну, сейчас вообще неплохо, рубил его такое идет, я прям как будто прокачался, развился. Иди отсюда, тварь зажал меня в углу. Я вроде даже арнул его, но он так быстро вернулся. Просто деньги. Просто деньги. Тихо. Неизвестная пилюля. Жрем range up. Воу, это крутая штука. Это крутая штука. Технология Zero. Слезы соединены между собой электрическим разрядом. Но это только мои слезы, да? А, и мои, и не только. Но, ребят, ну, видимо, мы отказываемся от меча. Ну что, это очень крутая штука. Ладно, не совсем отказываемся. Так, босс направо, а мы налево. Ну это же мозги, их можно порубить. О, хороший камень. Ну, бесконечные бомбы. Хорошо, я найду им применение. А! Не заметил, черт побери. Бомбус бесконечнос. Смешно. Какая здесь приятная штучка лежит, а? Но у меня нет денег на нее. Humble Bundle. Сейчас попробуем нарыть где-то денег. Надо 5 монеток всего. Сильно сказано. Очень. Синий рейнджер. Синий рейнджер. А вот и денежка. Но взять я ее могу только... А, ну бомбы бесконечные, поэтому... Взять я ее могу в любом случае. А, взрывать черепки. 10% шанс на черное сердце, как бы никто не отменял. Правда, здесь монстры лезут частенько. Здорово. Давай арнем червяка. Тихо, что произошло, черт? Червь, ты чё, психанул? Разлетелся по всей комнате, говнюк. Сбил мне сердце одно.
Раскидала его, да, разрестала. Мне кажется, вот эта вот штука летающая, она очень хороша. Так, это у нас, это первое, да? Брауни. Он сейчас какашечек не самонит. На них же так заработать можно. Давай, блин, не успел Еру прожать. Я хотел вот это все поубивать, чтобы огромное количество мечей заработать. Что-то щит, кстати, не нарисован нам. 30 секунд, я как бы знаю. Кнутик, неплохо. Это плюс дамаг, наконец-то хоть какой-то плюс дамаг. Ой, Крампус. Не попал. Не попал. Ой, попал. Я могу его прям сквозь черепа резать. Ой. Ачивка, зарезал Крампуса. Ну что это такое? Ну зачем ты мне эту голову сунул? Красное сердце, конечно же, возьму. Черное, конечно же, сердце, оговорился. Хорошо. А у нас 11 денег. У нас не получается накопить. За те 4 комнаты, которые тут есть, я вряд ли что-то накоплю, поэтому я прыгаю вниз, я не буду... тупить, сидеть и ждать чего-то. Будет еще как-нибудь Twitch мод. Ну, я очень сильно надеюсь, что мне просто нужно перезагрузиться, и тогда все заработает. Опа-на. А это кто? Это улучшенный Квин, активный щит. Вот это надо посмотреть. Потому что Акси, это, конечно, прикольная тема, но... ну, не настолько. А здесь какой-то активный щит. Это очень любопытно, что это такое. Давай наверх, давай наверх. Давай. Против этих я щит не буду прожимать. Ключик я заберу. О, давай вот здесь щит. Так, чё он, чем он активный? Смотри, сколько мух. Я уже обратно настакался эту штуку. Кстати, повреждений-то уже 1.16. И увеличивается. Непонятно, как это работает. Кстати, я, наверное, получается, могу теперь сюда войти бесплатно. Да, я бесплатно вошел сюда. А вот выйти бесплатно я вряд ли смогу. Но здесь что-то интересное. Здесь есть прокачка. Не понял. Я не могу подобрать ее. Меня кто-то развел. Как это работает? Баги, баги, баги. А обратно бесплатно меня не выпустили. А, я мог еще расчет использовать. Ой, тупой, Витя, тупой. Согласен, мог. Тупанул. Согласен. Мой недосмотр. Пол сердца слил. Звезды. Звезды телепортируют в золотую комнату. Ну так-то я, по-моему, могу, я карманы брал, да, я могу использовать ее. Но сначала я в магазин зайду. Так легко все пока проносится. Ага. Ну давай. Я так и не понял, чем он активен, этот щит. Может быть, он два удара поглощает. Что, конечно, маловероятно. Не нужны ли нам деньги? Это уже Dunk Depths 2. Ну, бомбы нам тоже особо не нужны. Что-то я разыкался. Поэтому давай так. Ну, я пока ничего не сломал. У меня довольно-таки плотненько все идет. Ой. Ну, не зря бомбы потратил. Направо можно уйти. Игральный кубик, кстати. Можно зайти и посмотреть, может, это рестарт уровня. Я бы, наверное, даже взял. Но придется большую комнату почистить. Ой, нет, я с этими не хочу близко разговаривать, они взрываются.
Может, он быстрее заряжается? Что-то он как-то быстро зарядился, вам не кажется? Такое впечатление, что он просто в два раза быстрее заряжается. Сейчас надо будет проконтролировать. Типа, единичка, что делает, я забыл. D4, да? Единичка это D4. И что, он мне все мои предметы заролит? Не, погоди, D4 что делать, я забыл. Слушайте, я так давно не играл, что я даже уже не помню, что D4 делает. Это Рол Дженкинс, да? Рол Дженкинс. Я не готов рерол Дженкинса делать, честно, ребят. Я просто не готов. Это у нас что? Это челлендж? Челлендж какой? Босс челлендж? Что, давай? Нет, заряжается как обычно. Оу. Тогда непонятно. Слушай, я сбил все его огоньки мечом. Я не понял, в общем, в чем отличие. Это нужно опять идти и смотреть в... Ой, я маленький, но с большим мечом. Погоди, или меч уменьшился? Да ладно, меч уменьшился? Нет, погоди, вроде такой же. По-моему, уменьшился. Косяк. Мне надо увеличительные штуки тогда брать. Не попал, не попал. 1.18 тем временем уже множитель. Так что здесь. Щит после удара и раньше взрывался. Mm-hmm. 15% шанс на двойную золотую комнату. Да ни, ничего не нужно. Да я понял, что я уменьшился. А меч-то уменьшился, кто заметил? Так, босс направо, пошли к боссу. Тихо! Чё ты прям в лицо-то мне прыгнул, я не ожидал. Руби! Кромсай! Стоять бояться. Меч не поменялся, спасибо. Ой, кто-то меня поддерживает. Мне кажется, он все-таки уменьшился. Ой, здесь мы сейчас хорошо заработаем. Мне кажется, когда я прям кромочкой меча режу, больше как-то повреждений входит, нет? Что здесь? О-о-о, тихо, тихо, тихо! Хорош! О, обложили! Что такая тишина, пустота, как понеслись в бой! Ох, не зря прожал. Не зря прожал. Так, ну тут у нас будет мамка, да? Попробуем мамку зарезать. Сбила. Режь, кромсай мамку. Сейчас мы заново... Ай! Говнюк укусил меня. Заново зарядил щит. Смотри, реально в упор не бьет. Опа. Клево. Это экшен. Нога. Еле запилил, а? Так, ну мы берем вот эту штуку. Ой, сложно было. Витя говорит, паникер. Народ новые смайлики опробует в чате. Руби их. Давай взорвем эту штуку. Может быть, этот выпадет. А они все неизвестные. Pretty fly, неплохо. Addicted фигня. Excited фигня.
Вот это прикольная штука. С боссами сражаться, да, ради вот этой штучки? Не-не-не-не-не. Дураков нет. Хорош, заряжаемся. Отлично заряжаемся. Крестов я что-то здесь не вижу тоже. Нам налево. Бегим. Бегим отсюда. Так, куда нам идти? Нам направо, 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 направо. Понял. Я, говорит, под стримчик засыпать буду, да? Это все так делают. Не значит, что у меня стрим плохой, это значит, что он хороший. Давай взорвем. Ключик возьмем. Ключики пригодятся, еще сундучки вскрывать. Наверх. Тихо. Я бы прожал, наверное, вот эту штуку. И пострелял бы вот так. Вот не зря прожал, а. Ух ты, золотой ключ. Направо, направо, направо. Можем еще раз прожать. Ну, против этих, наверное, не надо. И он бегает так быстро-то. Гад. Ускоряет всех врагов в комнате. I'm excited. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И туда теперь не зайти. Погоди, я прожал же, да? Можно зайти. А вот обратно не выйти. Ух. А, ладно. Ты кто? Эвас. Эвас. Можем просто свалить. Можем на Элгизе выйти. Либо сердце потратить, которое взял. Элгиз я еще на босс приберегу. Ну его нафиг. Мало здоровья осталось. Больно. Ах, тварь, тварь, тварь. Да где ты? Откуда ты взялся? Также я рад, что Витя не заметил призыв Гика. Что такое призыв Гика? Он у тебя... Remains activated between rooms and explore damage strip out. То есть я могу прожимать его бесконечно все-таки. Он остается, он остается при переходе из комнаты в комнату. Что же вы раньше не сказали? Нет, вы, конечно, раньше говорили, но что же я такой слепой не заметил? Все, ребят, нормально, проходим игру нормально. Все, то я же переживать начал. Что все. Что, это, конечно, имба. Это Holy Mantle, который заряжать легко довольно-таки. Раз, у меня уже следующий. А можно два раза поражать его? Нет, там ничего не написано про это. Анус. Ансус, в смысле. Смешно. И все не попали. Ха. Неудачники. Щит на все комнаты работает. Я понял уже. Я все понял. Тряхнит. Мне кажется, его проще будет вот так валить. Более сейчас бегать надо будет постоянно.
Ради одного боссика пытаться его мечом запилить. Оп! Окей. Ё-моё, я Акси почему-то включил. Бинки Меморис. О, соска. Хорошо. Хорошо. Вот знай бы, что это. Я не буду с незнанием брать, ребят. Я не буду брать с незнанием, что это. Это может быть круто, а может быть и не круто, наоборот. Так, ну все, ребят. Возня пошла. Сейчас заряжаемся. Аркадик. Это тут взрываем. Range up. Ну-ка, смотри. Вот я встал в упор. Мой меч, ну, чуть-чуть левее холмика. Нажимаю range up. Range up работает на меч. Меч стал дальше холмика. Клево. Клево. Хорошо проработан мод, что тут скажешь. Я, кажется, я здесь надолго. Я сейчас буду этим ребятам закидывать все свои деньги, потому что я все равно никуда их деть больше не могу. А-а-а! Твою ж налево, ну как так-то? Смол. Давай смол проверим еще. На тех же холмиках. Смотри, чуть длиннее правого холмика прожимаю. Нет, меч не меняется. Но я становлюсь маленьким, мой хитбокс уменьшается, меня сложнее ударить. Давай, синенькое все. Витек тащит теперь на Твиче. Ну да, приходится. Чем мне все скидывается? Вина наденем, а то вдруг сейчас муха меня опять укусит. Ой, взрывай. Нормально откинули. У меня, говорит, чуйка на хорошие вещи. Возьми знак вопроса. У меня чуйка на плохие. Я не буду брать. Витя говорит на Твиче, я сплю. Слушай, я всегда был на Твиче. Ну давай, набьем квин сейчас и пойдем. Я устал уже. Осталось три мухи убить. Кстати, повреждение-то 1.23 коэффициент уже. О, синее сердце. Вот за это спасибо. Весь бюджет проиграешь. Так, мне все равно больше этот бюджет девать некуда. В этой игре больше магазинов не будет. Что ж такое-то? Я муху хочу. Все, зарядил. Полностью заряженный. Можно еще аппараты это все позрывать. А, беги! Ну, пошли. Нам наверх. Пусто. Сама сдохла там. Золотое сердечко. Денег кинет. Зачем нам деньги? Давайте, знаешь, я в большую комнату не хочу идти. Давай через маленькую просочимся. Вот это удар. Что у меня... Что не удар, так просто все в разные стороны. Прокачанный меч — это круто. А-а-а, минус курону. Скорострельность, скорость. Но у меня и так максимальная скорострельность. Он мне ничего не даст, он мне просто минус курону сделает. У меня уже и так 5. 5 это максималька. Ну, в обычных условиях можно сделать меньше, но это уже... Ого. Как это сделать? Погоди, у меня в глазах кружится.
Отлично. Сосредоточился. Тихо, 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 не подходи, не подходи. Идёшь. Взорвал пацана. Прожимаемся заново. Телефоны. Он кто-то сказал однажды на стриме, года 3 назад, что это телефоны. Где ты телефон? Все, я теперь их телефонами называю, блин. Заразил меня своими телефонами. Ну-ка, иди сюда. Давай возьмем. Хотя, может быть, зря. Можно было не трогать пацана. Во что будем играть потом? Да какое потом? Хоп, не попало. А это у нас... А, Вомб 2, сердце. Ну, окей. Итлис. Геральт оф Ривия. Против Итлис. Ну вообще, я срезаю его выстрелы от лица. Поэтому вообще не проблема. Только бримстоны будут для меня проблемой. Меч срезает выстрелы. Как вы можете заметить. Просто упилил его. Просто запилил. Вообще никаких проблем. Встал напротив и пилишь. Видимо, с Айзеком такая же будет. Фигня, он же тоже стреляет, много выстрелов делает. Нам наверх. Да, мне нельзя стримить на Ютубе 90 дней. Человеки сидят, разъясняют людям, почему я не на Ютубе и так далее. Спасибо вам за то, что вы разъясняете. Не забывайте, кстати, сердечки ставить, кто на Twitch пришел только недавно, потому что это типа местные подписочки. Вам будут уведомления приходить. Зависимо это не то, что нам надо. О, неизвестная пилюля. Health up. У меня два красных сердца теперь. С ума сойти. Куда катится этот мир? Такой маленький гельтенок из Ривии. Из маленькой-маленькой Ривии. Какой такой серьезный. Плюс два сердца души. Отлично. А у меня там вообще почти full health теперь. У меня сейчас 10 сердец, по идее. Этих отдай. Налево. Ты большой, серьезный, да? Полечимся. Я могу бить через камни. Упс, не могу. Камней не стало. Тоже выпиливаю, видите, их выстрелы. В общем, все, что выстрелами стреляет, на пофиг мечом. Тем более, когда он такого приличного размера уже стал. Большой меч. Ха-ха. Благородный большой меч. 404. О! Какой арт! Да почему у меня опять арт-то включен был? Когда я успел его переключить? Следующий. Выходи. Ух ты! Чуть не наступил. Так, могу зарядить. В колбасу порезался. Кровожадный Геральт. Батарейка не играет в этой игре почему-то. Не работает. Хотя могли бы и заряжать. Там же у Геральта были какие-то эликсиры на... Так, я уже full HP. Идем дальше. Уже боссы пошли, смотри. Критуем. О, еще стальные яйца. Я знаю, турбина туриста наверняка знает, как играть в Айзека. Именно, ну, иначе зачем? Зачем он назвал так свою песню? Пять единичка.
Опять, единичка. Irden Intensity Up. Слушай, ну у меня что-то забагалось, я не могу что-то поднимать их. Давай дальше попробуем сделать. Вот так я дропну все. Не, не подбирается. Я подумал, может быть, из-за того, что у меня карман есть. Сейчас бы как бы прокачал эффективность этих штук своих. Так, погоди, у меня отсутствие там какой-то есть, да? Ё-моё, кубы. Давай, знаешь, что? Чё ты в упор-то подошла? Гадство. Мне не нужен этот ансус. Алги составим. На, я сказал. Чё ты в угол спрятался от меня? Зарежу. Зажигаем себе щиты. Но эти презервативы летающие, они не раздражают. Прям на лету срезал его. Так, что ж, Айзек рядом. Спасибо за сердечко. Может, это обманка? Может, удары меча это опыт, а карточки поинты? Нет, карточки я просто с земли поднимал, все было нормально. Это карточки, это прокачка вот этих вот моих сигилов. Но чуть не работает. Не поднимаются просто. Ох, великолепно. Правда... А, нет, смотри, когда он пулеметит, я не могу. Нужно более чаще... Уметь стрелять чаще надо. Вау, бежим отсюда. У меня скорости не хватает. Давай тогда из центра будем его валить. Я такой маленький, по мне очень сложно попасть. Победисимо. 1.29 мультиплеер уже. Кстати, прилично, 30% на халяву. Фух. Ну я не думаю, что я найду здесь какие-то руны. О, какой же трешак, а. Что за фигня на выпадала? Мама! Сиськи врозь. Повелителем мух я не стал, конечно же. Но автопушка нормально. Учитывая, что у меня с самонаводкой все стреляют. Автопушка будет самонаводкой. Ну давай сгоняем за секретками, за боссом, посмотрим, что у них как дела. Здесь, конечно, посложнее будет. Здесь уже сплошные боссы. Но все равно неплохо. Ой, здесь черты будут. 25 монет. Ну и на... зачем? Может быть, этот, как его, найду руну, которая сделает этот артефакт другим. Здесь тяжело набивается. Ой-ой-ой. Так, давай стрелять. Переключаемся на стрельбу. Здесь я вот не готов мечом рубить. Тик. Живем. О! Нафиг золотая рыбка. Слушай, каждая убитая его нога заряжает мне знак. Ну, в смысле, каждая поднятая нога. То есть, видимо, там событие на убийство проходит в игре. Прикольно. Нет, Витек не завис. Витек на месте.
Давай мы тебя взорвем. Никогда не понимал этой комнаты. Она нужна только в одном случае. Если вдруг из этого чувачка или из гриба там выпал какой-то артефакт, чтобы его заролить. Здесь как курины. Настакиваем себе меч до неузнаваемости. Потому что вот эти все штуки, которые он рожает, они лопаются, и я получаю за это на стаке. Он решил окончательно уйти от нас. 1.31 уже коэффициент. Стакаем дальше. Воу, принял на грудь. Shit happens. Пойду пока червяка загашу. Ну чё, где ты там? Я за углом, выходи. Выходи, подлый трус. Только и можешь червяков плодить, да? На! На тебе! Отлично, 1.33. Так, это нам не надо. Дамаг растет, вы следите за этим? Или меня обманывают? Ой, я могу вообще микро стать. Микро Геральт. Микро Геральт с гигантским мечом. Забавно. У меня даже эти мои петы, смотри, такие маленькие за мной. В смысле, они большие за мной. Так, Мейс, Addicted. Локдаун. Да это пофиг. У меня мухи даже больше, чем я. Сейчас можете по такому маленькому не себе тут. Я, конечно, Геральт маленький, но слезы у меня адские. Всех завалил, блин. Закромсаю на колбасу. Давай, жри его. Воу-воу-воу-воу. Все, побомбили меня, да? Что, я такой маленький, я даже не вижу, там у меня аура работает или не работает еще. Так, ауру зарядили. Что, он навесиком стреляет? Я не могу навесики сбивать ничем. Хорош. Ну что, босса пробуем запилить? Он тоже стреляет обычными выстрелами, но там какие-то у него взрывные еще есть. Заливай его, пацаны. Ух ты, муха. Что теперь? Ну, оп-оп-оп, сбиваем. Так, аура на мне есть, отлично, я полностью зарядился еще разок. А, сбил, говнюк. Не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет! Я хотел мегача завалить еще. Этот сундук на меня упал, я из него выбраться не смог. Ай, ладно, посмотрим этот мультик, я его так давно не видел. А собственно, мультик-то и кончился. Ну, в конце должен был какой-то фейл случиться, вы же понимаете, без этого никак. Без этого нельзя. Я Витя или не Витя, в конце концов? А? Вот с какого года я играю в Айзека? Вот представляешь, я играю в Айзека, с хрен ты знает какого года, и до сих пор сундук на меня падает, я в него случайно закажу. Надеюсь, вам понравилось. Мод прикольный. Вот попробовать, потестировать, побегать. Человек старался, человек сделал, человек вложил душу, у него получилось. То есть я почувствовал реально, что вот меч — это круто. Мечом ходить, рубить в колбасу этих червяков. Прикольно, руны работают, щит. Ну, под конец мне только щит интересен был, потому что я ракан, я постоянно обо что-то бьюсь.
Вот. А так, в принципе, вот эта разброска в разные стороны тоже прикольно реализована. Игни поджог, тоже клевый. Жарит. Все подряд жарит, я думаю. Боссов Игни вообще клево запиливать боссов. Ну, пытайтесь, пробуйте сами, если интересно. Пишите потом в комментариях, как вам зашло. Может, какую-то комбу найдете интересную. Но пока спасибо за внимание. Лайки, подписки, комментарии, писать. Пока.